Для меня природа – это среда, из которой, как цветы, выросли все наши человеческие таланты. А знаете ли вы, что книга Михаила Михайловича Пришвина «Дневники», над которой он работал 49 лет, по объему в несколько раз больше, чем все 8 томов его полного собрания остальных сочинений? Сам Михаил Пришвин считал «Дневники» главной работой своей жизни.